Ну что, все, машина вызвана. Смотри, кстати, пошел дождь. Основное я взяла. Ну, на самом деле, если даже что-то забыла, ну и фиг с ним, я так думаю. Вот. Главное, что я взяла книжку и более-менее одежды. У меня, кстати, еще места люкс возле туалета на верхней полке. Я думаю, что это будет шикарное путешествие. Раз-раз. Мы приехали в Волгоград. Здесь 40 минут стоянка долгожданная. У меня на голове коса усилиями моей подруги Кати. В общем, мы рады выйти на свежий воздух наконец-то. Ну, я знаю. В общем, Катя говорит, что я говорю фигню, а я утверждаю, что я просто не подготовила речь. В общем, мы на... Конечно, мы замерзли в вагоне. Мы в Волгограде. Ай, короче, на улице прохладно. Не прохладно, а свежо. Относительно того, что в поезде было в течение дня и в Саратове. Блин, что-то я какую-то херню несу. Жесть. А вот сейчас в Волгограде очень много детей сидит. Сейчас я вам покажу. Вот столько детей. Ну что, мы наконец-то вышли с поезда в Краснодаре. Ехали мы 33 часа. Самый жуткий день, это был, точнее, самый жуткий вечер, это был, когда в Волгограде подсели очень-очень много детей, и они всю ночь не давали спать, вот, но сейчас мы уже в Краснодаре находимся, через час у нас автобус на Симферополь, очень крутой вокзал в Краснодаре, мне он понравился прям сильно-пресильно, наверное, единственный, вот здесь единственный вокзал, который мне понравился после родного моего самарского вокзала. В Краснодаре очень-очень жарко, очень-очень влажный воздух, и вот так вот близко ездят трамваи, очень прикольно. Причем они прям возле вокзала едут. Тоже, я так понимаю, вот там народ стоит, это остановка, а вот это трамвай очень-очень близко к дороге. У нас в Самаре такого нету. А вот это вот сам вокзал. Был такой страх, знаете, немножко потеряться, потому что, получается, с поезда до отправления автобуса, ну, где-то час, чуть больше. Вот, был такой небольшой страх не найти автовокзал, но тут он прям вот сразу, есть указатели на Крым, и он вот прям на выходе с перрона, сразу же этот автовокзал. Точнее, вот автовокзал здания, вот оно напротив меня сейчас, а автобусы стоят уже прям сразу, там автобусная остановка, очень он... удобно расположен, не нужно ничего искать, есть еще куча времени походить, посмотреть, там, попить, сходить в туалет и так далее. Еще один автобус там подъезжает, видите, вот там народ толпится, это остановка. Надеюсь, вы меня слышите вообще. Слушайте, это ужас, мы проехали всего 2 часа на автобусе, нас сейчас высадили. Не знаю, как называется это местечко, чтобы мы сходили в туалет, покушали, размяли конечности. Но на самом деле ехать очень трудно в автобусе по жаре краснодарской. Ну и вообще по жаре. Кондиционер не работает. Еще мы сидим у Катюхи, у подруги, у моей сиденье мокрое почему-то. Люк вообще никакой продувности не дает, очень жарко и как-то вообще нехорошо. Яблоки и сливы. Вот этот вот мешочек. Вот, видно вам. Я просто не очень вижу, что снимаю. На 76 рублей. Очень недорого и очень вкусно. Все дают попробовать. Мы пересели на вид места. Я говорю шепотом, чтобы никто этого не услышал. Водитель сказал, что он вообще сюда никого не сажает. Но поскольку у нас мокрое сиденье, нам разрешили.
Сейчас находимся на автовокзале крымском. Вот, это еще далеко не конец нашего путешествия. В общем, у нас был поезд 33 часа, потом автобус до переправы. 4 где-то часа мы ехали и полчаса на пароме мы плыли. Там снимать было очень тяжело, потому что очень сильный ветер. Но на пароме было прикольно. Там, ой, ребенок пытается столкнуть мою сумку. Вот, там было очень, ну, прикольно, красиво и прохладно. Там был просто уголок рая всего этого нашего путешествия. Особенно после автобуса это было совершенно необыкновенно. Вот, в общем, теперь нам предстоит еще до Симферополя ехать на автобусе. Только завтра утром мы попадем в Алушту. То есть мы сейчас приедем в Симферополь часов в 11 ночи. Там мы ночуем у друзей, и утром к 12 часам утром мы приезжаем на заселение в ту комнату, которую мы арендовали заранее. Расскажу вам про деньги, сколько что стоило. По цене билетов. Мы покупали единый билет. В чем удобство единого билета? В том, что, вот, допустим, мы приехали на поезде в Краснодар, и там автобус, который едет по единому билету, он едет таким маршрутом, то есть он уже, когда мы подъезжали к порту, он ехал по встречке. И, видимо, здесь какое-то такое правило уже, что этот автобус, который едет по единому билету, пропускают. То есть все машины, которые едут навстречу, они останавливаются, как-то объезжают и так далее. То есть, в принципе, он едет достаточно быстро, насколько это возможно. Единый билет в один конец, с учетом того, что мы его бронировали, стоил 3 500 рублей в одну сторону. То есть вот две туда-обратно билет стоит 7 000 рублей. Один только, наверное, минус – это то, что вкупе ехать примерно 2 дня. Неудобно только то, что очень много пересадок. Получается, что мы доехали до Краснодара, там мы сели в один автобус, до парома нас он довез, там нас припроводили на паром, здесь нас высаживают, и уже другой автобус. И на пароме еще такой прям конкретный минус – это то, что очень-очень крутые лестницы и огромный багаж, и она причем крутая, и очень маленькие ступеньки, то есть по ним очень легко просто-напросто грохнуться. Вот, если очень тяжелая сумка, как у меня, например, это неудобно. И еще одно, что я заметила, это то, что нет урн. Очень мало урн. То есть, чтобы выкинуть мусор, нужно приложить усилия. То есть проще его действительно кинуть на пол, но мы, конечно, этого не делаем. Но вообще нет урн. Вообще. Сейчас я немножко к Кате попристаю, потому что я человек такой визуал, и мне, в принципе, по жизни это все нравится. Катя более критично настроенный персонаж. В этой истории. Катя, расскажи, что тебе не нравится. Кроме меня. Я ей не нравлюсь. Автобус самое ужасное. Чё? Автобус самое ужасное, что было в дороге. Самое ужасное автобус. А что тебе не понравилось там именно? Жарко. Жарко и туда-сюда нужно. Кстати, про автобус. Мы, короче, сели. Я не помню, я это говорила или нет. Мы, короче, когда сели в автобус, у нас сиденье было у меня чуть влажное, а у Кати в сиденье было мокрое. И она постелила на него салфетку, которая почернела. Она ехала так до первой остановки. И на обратном пути она говорит, ну, типа, давай, может, пересядем. Я говорю, есть сиденья у водителя там, ну, какие-то свободные? Она говорит, есть, конечно, прямо за ним. Вот, мы подходим к водителю. А водитель такой, ну, армянин, по-моему, плохо говорящий на русском языке. И мы ему говорим, а нет ли у вас случайно свободных мест? Он такой, я не сажаю. Ну, он не так сказал, он сказал, я не сажаю. Вот. И я ему говорю, ну, вы понимаете, что мы не просто так пересаживаемся, у нас там реально сиденье грязное и мокрое. Он, ну, тогда садитесь. И, в общем, мы всю вторую часть пути, получается, до порта Кавказ ехали на VIP-местах. Там был шикарный вид, там было очень прохладно, сравнительно. Чё? Да. Прям за водителем. Там, то есть мы видели во все окна все. И люк был над нами, он еще дверь открывал. То есть очень, в принципе, вот, ну, вторая часть нормально мы доехали. Ну да, мы просто вот эти сумки таскали из сумок. Из-за пересадок, что мы сумки таскали постоянно.
У тебя еще нормальная сумка, ты на мой глянь, чемодан. Уже на трех видах транспорта проехали. Да, и еще мы проехали на поезде, на автобусе на корабле. Сейчас самолет не хватает. Да. Сейчас психанем и билет назад возьмем. Очень долго ехать, не можем больше. Не, ну на самолете, конечно, здорово, быстро, но зато есть что вспомнить определенно. Ну, мне кажется, вот в такие путешествия бросаться хорошо по молодости все равно. Когда ты уже в возрасте. Я думаю, уже... кто знает, может быть, когда нам будет по 60 лет, мы там еще... Ого-го, какие будут. Какая-то коптинка. И тебя еще больше, чем чемодан будет гораздо. О, ну я раскачаюсь со слиток вообще. Как мне челюсти свои. Разные коллекции. У тебя будет коллекция основных челюстей и сумки. И сиськ. И жоп. Я, кстати, видела недавно в магазине накладную жопу. Продавали или вы такие? А, ну я тоже видела. С жопой. Ну, я думаю, что на теме жоп я уже выключу камеру, пожалуйста.